Здравствуйте, господа! Всех приветствуем в нашей комнате. Большое спасибо, что вы сегодня посетили нашу комнату. Надеюсь, меня слышно отлично. Сегодня у нас 10 июля, и по американскому времени 11 утра в Филадельфии. И, кстати, через 11 часов, это будет 20:00 по времени Нью-Йорка, будет происходить сегодня семинар компании, руководство компании объявит новости и что происходит. Мне сегодня была возможность пообщаться с Албертом, CEO компании, и он мне дал кое-какую информацию, потому что я его предупредил, что Zoom с русскоязычными будет намного раньше. И сегодня я вам расскажу кое-какие новости. Вы узнаете конкретно про листинг, конкретный день. Больше этот день меняться не будет. Я вам дам возможность задать мне вопросы и отвечу на это. Расскажу, что происходит, почему еще происходят глюки, что над этим делается. Но сначала, перед этим, как я начну вам рассказывать, я хочу сделать сегодня еще раз провести нашу тренировку. Это очень важно, господа, потому что вы скоро узнаете, куда мы идем и что происходит. И поэтому это будет очень-очень важно еще раз провести нашу тренировку, чтобы вы знали, где мы находимся. Значит, одну секундочку. Я включу нашу презентацию. Окей. Представляем Панк Панда. Самый безопасный в мире. Окей, извиняюсь, одну секунду. Окей, загружается? Или одну секунду, я сейчас сделаю заново. И заново сделаю share screen. Окей, видно сейчас? Видно. Окей, класс, спасибо, Андрей. Представляем Панк Панда. Господа, слушайте очень внимательно, даже если вы слушали это раньше. Слушайте. Я всегда говорю, и то, что я говорю, это не потому, что мне кто-то это сказал. Хотя да, меня когда-то это рассказывали, но я это сам все конкретно прошел. Деньги в тренировках. Очень важно не просто зазубрить, что происходит, а понять это. Поэтому я вам представляю Панк Панда. Извините, самый безопасный в мире мессенджер, который платит вам за его исполнение, использование и распространение. Это совершенно бесплатно и вознаграждает вас несколько раз в день. Протоколы шифрования военного уровня защищают вашу личную конфиденциальность и содержат ваши данные в безопасности. Чем больше вы им пользуетесь и делитесь им, тем больше токены от компании вы зарабатываете. Как заработать Панк Панда токены? Наши токены мы получаем за использование приложения, за то, что мы делимся приложением этим с другими людьми, и за то, что мы собираем эти токены и держим их внутри нашего приложения, потому что в приложении также есть кошелек. И мы получаем эти токены каждые 30 минут. 24 часа в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Господа, наше приложение поддержано смарт-контрактом. Наш смарт-контракт заряжен на 15 лет. Это значит, 15 лет мы будем получать криптовалюту каждый день, минимум каждые 30 минут. И потом я вам покажу, потому что потом это будет 20 минут и каждые 10 минут. Ну, 24 часа в сутки. Даже если компания по какой-то причине была продана завтра, вы все равно 15 лет будете получать комиссионные в валюте, которую скоро вы сможете продавать.
Господа, смарт-контракт остановить невозможно. 15 лет, 100% гарантия заработка. Максимальное предложение, то есть максимально существует 275 миллионов токенов. Первая цена была 10 центов. Это было 29 октября 2021 года. Сейчас токен стоит доллар, почти доллар 21. Когда произойдет листинг, и, господа, листинг произойдет 29 июля этого года. Больше эта дата меняться не будет. 29 июля будет запущен листинг, и цена токена будет доллар 50. На сегодняшний день токен купить этот нигде нельзя. Его можно будет начать покупать только после того, как будет запущен листинг. И график поставки этого токена, как я уже сказал, 15 лет. Распределение токенов. Первые токены, первые 65 миллионов токенов уже было добыто. И следующие 210 миллионов токенов будут добыты в следующие 15 лет. На днях мне задал один человек вопрос. Я хочу немножко поговорить об этом вкратце. Он мне задал вопрос, почему они поменяли день, почему не начали делать сразу, что это такое, и так далее, и тому подобное. Поэтому я хочу вам в двух словах объяснить, чтобы вы поняли, что это делается не для компании, господа, это делается для нас. Почему? Значит, компания имеет на сегодняшний день, имела 65 миллионов токенов. 10 миллионов токенов было продано, когда был пресейл, всем тем людям, которые хотели инвестировать деньги. И была возможность купить, начиная от 10%. Поэтому первые 10 миллионов токенов уже продано. Осталось 55 миллионов. Окей? Если бы компания хотела просто заработать деньги для себя, там же в основе компании всего лишь пару человек. Они бы могли бы сделать этот листинг еще 3 месяца назад, или 2 месяца назад, или месяц назад за доллар 50, продать сразу все эти 55 миллионов токенов, которые они держат на руках, заработать где-то 82 миллиона долларов, а потом им до лампочки, что будет с токеном, пусть он падает до 1 цента, до 0,5 цента, они заработали деньги. Представляете, что такое 82 миллиона долларов, какие-то деньги. И все. Но они этого не делают. Знаете почему? Потому что они хотят, чтобы мы зарабатывали. Потому что, чтобы цена пошла вверх, а не пошла вниз. Вы знаете, сколько компаний, сколько токенов выходят на листинг? И выходят на листинг за 1 доллар, за 2 доллара, за 10 долларов. И люди начинают инвестировать деньги и покупать. И потом это все рушится и стоит 0,5 цента. Поэтому люди, которые во главе нашей компании, я имею в виду консультанты, Крейг Тортолани, Джон Каллеб, это люди, которые входят в первую пятерку самых известных, господа, экспертов в криптовалютном мире. Это люди, которые принимали в консультации организование блокчейн в 2010 году. Нету их выше, они уже выводили другие криптовалюты на листинг. Они знают конкретно, как это сделать. Поэтому, когда они пришли в нашу компанию, они сказали, если вы хотите, чтобы мы вам помогли сделать листинг, мы будем делать так, как мы скажем. Поэтому они поменяли дату. Потому что они делают рекламу, крупную ли рекламу на сегодняшний день. Просто, чтобы, господа, вы поняли, почему это все делается. График майнинга. Тоже, господа, пожалуйста, запомните эту страницу. Заучите ее. Первый год будет добываться 2100 токенов каждые 30 минут.
50%, то есть 1050 токенов, будет делиться между всеми, как нас называют, Panda Pals, то есть всеми нами дистрибьюторами, которые пришли и приходят в наш бизнес, то есть устанавливают это приложение. 23%, то есть 485 токенов каждую 30 минут, будут идти людям, которые имеют токены уже в приложении. То есть наше приложение – это также и кошелек, в котором вы можете держать свои токены on staking. И в зависимости, какое количество токенов вы держите, от этого зависит, сколько токенов вы будете получать каждые 30 минут. 12% идет людям, которые купили токены на ферме. И 15% каждые 30 минут идет на развитие компании. Потом следующие 2 года уже будет добываться каждые 20 минут 1050 токенов. Потом следующие 4 года будет добываться каждые 15 минут 525 токенов. И последние 8 лет будет добываться каждые 10 минут 263 токена. У меня один из вопросов, люди задают очень часто, какой процент, сколько мы будем зарабатывать? Здесь нету процентов, господа. Потому что определенное количество токена добывается каждые, ну, будем говорить о первом годе, каждые 30 минут, потом это дойдет до каждые 10 минут. И эта сумма делится, половина этой суммы делается на то количество людей, которые находятся или устанавливают приложение. Поэтому, господа, то, что вы получаете сегодня, это количество будет уменьшаться. Поэтому почему я все время говорю, как важно строить бизнес сейчас. Несмотря на то, что даже есть глюки, я знаю, есть и глюки, их много. И мы поговорим потом на эту тему. Если вы говорите людям, предупреждаете, объясняете, что происходит. Во всех компаниях, WhatsApp, в Telegram, Facebook, Skype, первые 2 до 4 лет всегда были очень большие глюки. Это происходит во всех компаниях. Глюки всегда чинят по ходу компании, по ходу работы компании. Это неизбежно. Потому что никто не может открыть бизнес без проблем. Это не существует. Потому что проблемы начинают приходить по ходу работы компании. Это нормально. Это все будет устранено. Но работать уже надо сегодня. Я за последнюю неделю сам лично привел новых 6 человек. 4 подписались без проблем, у 2 были проблемы. Но я всех предупреждал. Я всех предупреждал, господа. Я всех предупреждал, что такое будет, и проблем не было. Они попробовали несколько раз, у кого-то в этот же день, у кого-то у другого через пару дней, но все подписались. 6 человек я подписал за прошлую неделю. Сколько людей подписали вы? А у меня группа очень большая. И все равно я работаю, потому что я прекрасно понимаю, что будет завтра, господа. Я очень извиняюсь. Сейчас я выключу телефон, чтобы никто не звонил. Поэтому, господа, строить бизнес надо сегодня. И я вам чуть-чуть позже объясню, почему и что это такое. Ценность наших данных в будущем. Я вам скажу такую вещь, господа, чтобы вы просто поняли. Никто никогда не знает, что будет завтра. Если вы хотите, даже самые крупные, самые известные аналитики финансовые, никто не знает, что будет завтра. Всегда делается таким образом, анализируется прошлое, и благодаря этой информации они приходят к какому-то примерному знаменателю, что будет в будущем. Вот так, в принципе, работают все аналитики. Поэтому мы тоже не знаем, что будет завтра.
Но давайте посмотрим, что было вчера с теми же самыми, такими же самыми компаниями, как и мы. Потому что я прекрасно понимаю, что мы сегодня, я не могу сказать, что мы работаем так же, как работает WhatsApp. Но WhatsApp, если я не ошибаюсь, был открыт в 2007 или 2009 году, уже сколько лет прошло. И первые 2-4 года у них тоже было много проблем. Но на каком уровне они сегодня находятся? Представляете, что с нами будет через 5 лет? Поэтому оценка Zoom, Viber, Dropbox, WhatsApp в течение 4 лет оценивается в 18 миллиардов долларов. Zoom, Viber, Dropbox, WhatsApp за первый год подписали 1 миллион потребителей. Господа, мы за первые 90 дней у нас в компанию подписалось 550 тысяч человек. Первые 90 дней! Вы представляете, что будет за год, когда у нас все начнет работать? Особенно даже не когда все начнет работать, просто после листинга. Вы даже себе не представляете, что начнет происходить через 30 дней против листинга. И мы об этом тоже поговорим. У кого бесплатные услуги и есть минимальные цены? У них у всех. У нас тоже бесплатные услуги. Кто получает акции или заработок среди этих четырех компаний? Никто, кроме нас. Мы стремимся дойти до суммы в 50 миллиардов долларов оценку нашей компании. Zoom дошел 98 миллиардов, Viber 24 миллиарда, Dropbox 22 миллиарда и WhatsApp 19 миллиардов. Но ни в одной в этой компании никто не получает из потребителей деньги, а мы получаем. Вот и разница между нами и ими. Поэтому подумайте, что произойдет в скором будущем у нас. Но строить надо уже сейчас. Что такое Panda Token? Panda Token расшифровывается PPM. Это служебный токен, значение которого поддерживается продуктами Panda. Это приложение для зашифрованных сообщений, обмен зашифрованными файлами, зашифрованные видеоконференции, ну так далее и тому подобное. Цифровой криптокошелек, видеоигры, торговая площадка, кредитование и гифки и стикеры. А теперь давайте нам немножко пообщаемся. И если кто-то из вас захочет тоже высказать свое мнение по поводу, то поднимите руку, и я вам дам возможность, если вы хотите что-то сказать. Пока не вопросы, просто если вы хотите, захотите что-то добавить. Насчет вопросов я вам дам возможность задать мне. Господа, как я уже сказал, листинг начнется 29 июля. Вы не сможете продавать ничего первые 30 дней. Опять-таки, для чего это делается? Чтобы люди не бросились все продавать, и чтобы, не дай бог, цена нашего PPM не упала вниз, а только шла вверх. Через первые 30 дней, когда первые 30 дней пройдут, у вас будет возможность начать вынимать, продавать PPM. Ну как это будет? Первый месяц вы сможете продать только 1%. То есть минимум вывод будет... минимум вывод 10 ppm. Поэтому у вас нам должно быть минимум 1000 ppm для того, чтобы вы имели возможность продать 1%. Следующий, второй месяц, уже эта цифра поднимается 2%. Это третий месяц, я имею в виду, после листинга. Четвертый месяц 3%, пятый месяц 4%. От 6 по 10 месяц 5%. И от 11 месяца и дальше 10% вы сможете выводить того количества токенов, которые вы имеете, то есть продавать. И это рассчитывается делать первые 17 месяцев. А после этого вы уже сможете выбирать все, что хотите.
Естественно, покупать, те, кто захочет, сможет сразу покупать, как только произойдет листинг, если я не ошибаюсь. Господа, еще раз повторю, это все делается для того, чтобы сумма PPM не пошла вниз. Я имею в виду, сколько оно стоит. Так как я вам уже рассказывал, много раз было, когда компания выходит с какой-то криптовалютой и делает листинг, и все начинают покупать, и потом она сразу резко падает вниз. Обычно две причины. Первая причина – люди покупают и сразу начинают продавать. Они купили за доллар, она пошла 2 доллара, сразу продали. Это тоже неправильно. Цена начинает рушиться. Но самое главное, у них нету за ними utilities и community. Вот здесь очень большой плюс для нас. Вы должны это послушать внимательно, чтобы вы поняли. Что такое community? Это то количество людей, господа, не задавайте мне сейчас вопросы. Я их буду просто игнорировать. Я вам дам время. У меня сегодня время много. Я обещаю, что отвечу вам на все ваши вопросы. Что такое комьюнити? Это то количество людей, которые находятся, которые установили приложение. Почему? Например, WhatsApp. У них очень много людей, но никто не получает никаких денег. Поэтому это просто потребители программы. И, естественно, никто не имеет никаких акций в компании. Каждый человек, который установил приложение на свой смартфон, это называется хозяин компании. Каждый из нас, кто установил приложение на телефон, мы имеем часть компании. Мы все, как говорится, хозяева. Мы все партнеры. Поэтому, например, если завтра пришел какой-то богатый человек, как Билл Гейтс, и решил купить эту компанию, предложил 100 миллиардов долларов, и ее продали, он только покупает часть компании, в данном случае 51%. Но он ничего не может изменить. Потому что каждые 30 минут мы все равно от 30 до 10 минут мы будем получать наш заработок в течение следующих 15 лет. Потому что мы все партнеры. И практически и теоретически он не может выкупить каждого из нас в отдельности. Поэтому мы комьюнити, мы все партнеры. Это первое. Utilities. Ну, первое – это само приложение, потому что которое работает, в принципе, как WhatsApp. И в будущем будет работать так же, как и Zoom. Это все будет. И когда все глюки будут устранены, вы сможете нормально переговариваться с друг другом, переписываться с друг другом и так далее и тому подобное. На сегодняшний день вы уже можете, если вы установили приложение, посылать друг другу писать текст, посылать письма, посылать видео. Это уже все работает отлично. И даже в некоторых регионах вы можете перезваниваться. Но все будет работать отлично скоро. Это утилити. И еще утилити наша. Это Panda 11. Господа, Panda 11 – это компания, благодаря которому это спорт фэнтези. Что такое спорт фэнтези? Человек приходит и может делать ставки на спортивные состязания. Почему это называется фэнтези-спорт? Потому что вы можете выбирать две команды, которые играют между собой, и выбирать у них до 11 игроков. В общем. И ставить ставки на этих игроков. То вы, в принципе, принимаете участие в игре. Фэнтези-спорт приносит 22 миллиарда долларов в год.
И эта сумма растет каждый год где-то 9,5%. Это гарантиционный бизнес, господа. Для того, чтобы человек зашел и играл, и делал ставки, это только идет все в PPM. Поэтому он должен купить PPM для того, чтобы сделать ставку. И самое главное, даже если будет PPM расти, дай бог, их это совершенно не волнует, потому что все ставки будут измеряться в долларах. Например, если он будет зайдет и хочет сделать ставку $100, а PPM стоит, например, $2, он должен будет просто купить 50 PPM. А если он хочет сделать ставку $100, а PPM стоит $50, он купит 2 PPM. Этих людей не будет волновать совершенно, сколько стоит PPM, потому что ставки он делает в долларах. Вы представляете вообще, сколько, как начнет расти наш PPM, потому что эти люди начнут их покупать, чтобы делать ставки. Может быть, вы не интересуетесь делать ставки на спортивные игры. Ну и что? Я, например, это it's not my cup of tea, как это говорится по-английски. Я очень часто люблю ездить со своей супругой в Лас-Вегас, не потому что я люблю играть в казино, а потому что мы приезжаем туда пойти на шоу. Там очень красивые, классные шоу, самые лучшие шоу в мире. Там очень классные рестораны. Там можно очень хорошо провести время и получить большое удовольствие без игры в казино. Если я зайду со своей женой в казино, моя жена любит иногда поиграть в этих в автоматы. Кстати, их называют однорукие бандиты, потому что казино, самые большие деньги казино зарабатывает именно в автоматах. Моя жена получает удовольствие. Она любит кинуть там, не знаю, доллар, $10, $100 и потягать это, поиграть. Что-то выиграет, что-то проиграет. Ей нравится сам процесс. А я просто могу гулять по казино и смотреть, и захожу очень часто в эти здоровые комнаты, там здоровые залы, где играют, делают ставки на спортивные состязания. И просто это такое зрелище, постоять и посмотреть на этих людей, какие они азартные. Вы даже себе не представляете, какие деньги тратятся на это. Поэтому одна из причин, почему я такой excited, особенно когда я узнал, что у нас будет фэнтези-спорт. Если вы это понимаете, что это такое, вы должны сейчас прыгать на стуле. Потому что благодаря этому цена нашего PPM пойдет вверх. Господа, если вы хотите заработать $1 миллион, я уверен, что большинство из вас это очень хочет сделать, концентрируйтесь на том, чтобы заработать 10 тысяч PPM. У нас уже много ребят в группе, которые имеют 10 тысяч и больше, и 40, и 50 тысяч PPM. У нас, в нашей русскоязычной группе. Концентрируйтесь на то, чтобы заработать 10 тысяч PPM. Дайте себе, например, 3 года, может быть, 5 лет. Потому что если вы хотите заработать $1 миллион завтра, это у вас не получится, вы не в правильном бизнесе. В бизнесе, для того, чтобы заработать $1 миллион в бизнесе, вы должны инвестировать много денег. И это занимает очень много труда. Если кто-то заработал быстро, ему просто повезло. Это все равно, что играть в лотерею. Но если вы себе поставите цель 3, может быть, 5 лет заработать 10 тысяч PPM в нашем бизнесе, и как только PPM дойдет до $100, а это может произойти в первые 3-5 лет, может быть, даже быстрее, благодаря тому, что у нас Panda 11, Fantasy Sport. Вот вы заработали $1 миллион. А как вы можете заработать 10 тысяч PPM? Благодаря рекрутированию. Потому что сколько людей вы приведете в бизнес? Сколько людей эти люди приведут в бизнес? Итак, 12 уровней. В принципе, если вы так подумаете, заработать 10 тысяч PPM это не так тяжело. У нас в группе есть женщина, которая привела в бизнес, если я не ошибаюсь, 1400
40 человек сама лично, не во своей организации, а сама лично, это русскоязычная Аня, молодая женщина. Вы представляете, сколько людей уже в ее группе? Это возможно. Я сам лично привел 156 человек. Но мой бизнес разросся просто обалденно, потому что многие люди работают. Конечно, не все работают, я это прекрасно понимаю. Господа, если вы себе подставите цель привести хотя бы 5 человек и помочь этим 5 человек сделать то же самое, вы даже себе не представляете, какая у вас будет организация, такое количество на 12 уровнях. Все, что от вас требуется. Многие мне говорят, а еще столько много глюков, почему компании занимают это так много времени, и так далее, и тому подобное. Такое происходит во всех крупных компаниях. Facebook, как я уже говорил, между Facebook, если я не ошибаюсь, первые 4 года были очень большие проблемы. И финансовые проблемы, и проблемы с глюками. Но это все прошло. И сейчас это миллиардная компания. Даже просто не представляете себе, какого количества, какое количество. Там миллиарды и миллиарды людей. Только на Facebook, если я не ошибаюсь, 1 600 000 000 людей, пользователей. Любая компания, которая похожа на нас, как я уже говорил раньше, WhatsApp, Telegram, Viber, Zoom, они все проходили через трудности. Это одна из вещей, от которой никакая компания не может избавиться, потому что, например, если бы сегодня бы в нашей организации было бы всего лишь, допустим, 50 тысяч потребителей, то так как у нас еще есть всего на сегодняшний день, проблем глюков никаких не было. Глюки начинают появляться благодаря тому, что компания сильно растет. Поэтому нужно все улучшать. И это все происходит, это нормально. Господа, но как только произойдет листинг, и через 30 дней, как только люди смогут официально определенную сумму продать, и первые обменник, это будет сделан листинг на Pancake. Почему Pancake? Потому что Pancake – это самый быстрый обменник в мире. На нем происходит больше транзакций, чем на всех обменниках вместе взятых. Поэтому было выбрано Pancake. А после этого, естественно, будет сделано на всех остальных. Но только же благодаря Pancake вы сможете выводить и переводить деньги в любую криптовалюту, в любые фиатные деньги. Это будет очень-очень просто. Вы вообще представляете, что произойдет? Вы подойдете к человеку и скажешь, ты хочешь заработать деньги? Никакого риску. Тебе ничего не надо платить. Единственное, что тебе надо сделать, установить наше приложение. И уже через 30 минут ты зайдешь внутрь, ты увидишь, что ты зарабатываешь. Теперь, если ты захочешь заработать больше, что тебе надо делать? Делиться этим приложением со всеми своими знакомыми. Как WhatsApp начал расти? Человек мне позвонил и говорит, Майкл, у меня есть такая программа, если ты ее установишь, мы можем с тобой перезваниваться. Я сразу же ее установил. Потом рассказал всем своим друзьям. И сегодня, если я не ошибаюсь, там насчитывается более 1 000 000 000 потребителей. Господа, тоже будет у нас. Только в отличие у них, у нас засекреченное общение. Никто не может подслушать и скопировать. Потому что они ничего не держат на своих серверах компании. Плюс нам за это платят деньги. Задумайтесь над этим, господа. Что я еще хотел сказать? Ну, я уже сказал конкретно, что листинг произойдет 29 июля. Уже эта дата меняться не будет. Насчет глюков. Почему занимает такое время? Вы помните, как долго заняла компания сначала выставить все на Google, а потом на Apple Play? Почему? Потому что так работают Google и так работают Apple Play. Они должны принять сначала все, и получается так. Компания отправила свое приложение. Они его изучили и говорят, окей, мы вам выставим, только вы должны добавить вот это. Они добавили.
классно, теперь добавьте вот это. Они добавили, классно, теперь добавьте вот это. Они не говорили конкретно сразу все, а по частям. И поэтому занимает такое время. Теперь компания уже знает, от чего эти глюки. Например, почему не всегда люди получают OTP-код и так далее и тому подобное. Уже есть этому решение. Теперь они это все отправили на Apple Play и на Google. И опять начинается одна и та же история. Они не сразу это все выставляют. Они все это проверяют. Поэтому занимает дольше. Теперь, господа, я вам даю возможность. Если вы, у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте мне вопросы, и я постараюсь ответить вам. Я сейчас открою чат. Окей, я смотрю, тут люди уже... Как подписывать новых людей, если в кабинете нет реферальной ссылки? Господа, есть глюк. Я понимаю. Сейчас я зайду на телефон и посмотрю, если есть реферальная ссылка. Не реферальная ссылка. Реферальной ссылки как такого нету. Есть только код, на который вы должны зайти. И этот код... И, кстати, как только... Вот сейчас я открыл на своем телефоне... Ну, вам не видно. И есть там реферальный код. Поэтому зайдите на свой телефон и скопируйте свой реферальный код и запишите его где-то. Код у вас меняться не будет. Но из-за глюков иногда вы выходите на свой телефон и его не видно. Поэтому зайдите на свой телефон сейчас. Код там есть. И скопируйте этот код. И держите его. Я до сих пор не могу войти в панду, как приходит, ввожу, все, тишина. Значит, единственное, что я могу вам сказать, сделайте такую вещь. Удалите панду. Самое главное, чтобы если у вас была старая панда на телефоне, удалите ее обязательно, потому что если вы ее не удалите, ничего работать не будет. Значит, удалите всю панду, и старую, и новую. Почистите свой телефон, выключите его и подождите минуту, стартаните еще раз, и сделайте весь процесс заново. Если у вас что-то не получается, делайте... Вам не надо каждый раз чистить, убирать панду. Это один раз делайте. А потом, если у вас не получилось, сделайте один, два, три раза. Но не больше, чем три раза. Если через три раза ничего не получилось, подождите минимум 30, может быть, час. 30 минут или час. И попробуйте заново. Ни в коем случае не делайте это подряд много раз, потому что если вы будете это делать, то система сразу подумает, что вы пытаетесь взломать их, и вас заблокируют минимум на 24 часа. Если такое произойдет, вам нужно продолжать сутки. Просто продолжайте пользоваться. На Apple и на Google это обновление должно появиться в любой момент, и сразу все будет работать. Опять вопрос. Скажите, пожалуйста, я до сих пор не могу выйти на iPhone, хотя все приходит, что делать? Делать точно то же самое, что я только что сказал. Есть ли таблица по процентам реферальной системы на 12 уровнях? Сколько мы имеем от первого уровня, второго уровня и так далее? Как я еще раз говорил, господа, у нас нету процентов, их не может быть. Потому что каждые 30 минут добывается определенное количество PPM, и оно не имеет значения, какое количество людей в группе, в бизнесе. Это криптовалюта. В криптовалюте, если вам кто-то дает процент, вас просто обманывают. Не может быть никакого процента, потому что добыча криптовалюты одинаковая каждые 30 минут. И потом она будет изменяться на 25 минут, 20 минут и 10 минут в течение 15 лет. Это все зависит от того, какое количество людей в вашей группе на 12 уровнях и какое количество времени вы и ваша группа пользуются с вашим приложением. Потому что если, например, у вас 1000 партнеров и у меня 1000 партнеров, я могу зарабатывать больше, если моя группа больше внимания тратит с этим приложением. Где можно увидеть свой X-фактор? Раньше он был на сайте со структурой, партнеры спрашивали. Это все произойдет и все будет видно, когда все будет работать 100%.
настоящий момент, опять-таки, все зависит от того, сколько времени вы проводите с данным приложением. Где найти код? Господа, я сделал презентацию пару дней назад, конкретно, как найти код вашим приложением. Поэтому зайдите в нашу группу на Телеграме или на Фейсбук, и вы все это увидите. Перспективы отличные, но я так понимаю, у кого iPhone остается только ждать, новая программа не скачивается. Нет, это неправильно, все скачивается на iPhone. Я сам лично скачал новую программу у своей жены, у моей жены, у ней iPhone. Просто вам надо продолжать пробовать. Это все в зависимости от того, в каком регионе живете. Как я уже сказал, я просто не хочу повторять. Просто продолжайте пробовать. Как только в iPhone сделает обновление панды, все будет работать отлично. Я установил на второй телефон и на... Я не понимаю вопроса. Нету PPM, не видно. Господа, значит, что-то у вас работает неправильно. Значит, вы должны попытаться, если вы не видите свои PPM, удалить эту программу полностью. Если вы устанавливаете эту программу раньше на Panda Beta, проверьте, чтобы ее не было на вашем телефоне. Установите заново все. В смысле, уберите, потом выключите свой телефон. Постарайтесь почистить свой телефон от cookies, потом выключите, включите через минуту и сделайте все заново. Господа, это одна и та же программа для всех. Поэтому, если вы зашли в свой кабинет, и я зашел в свой кабинет, и я все вижу, а вы не видите, значит, что-то вы сделали неправильно. Кстати, если вы установили свою программу в самом начале на бета, и теперь не можете установить, не волнуйтесь, потому что вам все равно каждые 30 минут капают. И ваша сумма увеличится. Подскажите, я в России, при звонке попадаю к другим людям. Это пока ошибка или зависит от региона? А пока есть очень большие глюки во время звонка, особенно в зависимости, в каком регионе живете, опять-таки, это все будет исправлено при обновлении Google Play и Apple Play. Вопрос по листингу. Какие условия для фармы? Второй вопрос. Будет ли тренировка, как вывести токены с фармы на Pancake листинг? Естественно, условия, все вы условия и тренировки получите, как только произойдет листинг. Поэтому чуть-чуть терпения. В дальнейшем будет ли возможность устанавливать панду параллельно на ноутбук? Благодарю. Я думаю, что я не могу вам дать ответ на это 100%, потому что эта программа сделана для телефона. Но я думаю, что в будущем они сделают то же самое, как сделал WhatsApp и Telegram, потому что они будут делать все то же самое. Так что в будущем я уверен, что такое тоже произойдет. А вот Гуля. Пожалуйста, Гуля, задавайте вопрос. Здорово, все отлично.
плюс сумма PPM будет увеличиваться. Окей, Гуля, большое тебе спасибо. Очень интересную информацию ты дала. Просто я хочу дать еще пару человек задать мне вопросы. Так что, Гуля, большое спасибо. Вот следующий человек, Залина. Пожалуйста. Да. Чуть-чуть громче говорите. Слышится, как будто издалека. Очень классная идея, поэтому у нас такое количество дистрибьюторов, кто-то должен это сделать. Тут дело делайте, здесь дело не в опыте. Просто человек, если вы подписываете кого-нибудь из новых людей, если вы имеете возможность или пригласите к себе домой, или взять свой лаптоп и сделать запись, вывести свой телефон на компьютер, это очень просто, это можно сделать и записать всю подписку с самого начала. Я уже об этом думал, но тех людей, которых я подписал на прошлой неделе, никто не живет рядом со мной. Поэтому как только я подпишу кого-нибудь из своих друзей, и я приглашу их к себе домой, я сделаю такую запись с самого начала, чтобы каждый человек видел, что происходит. Я вам скажу такую вещь, господа, чтобы вы меня поняли без обиды. Каждый человек должен работать над собой. В данном случае над тем бизнесом, над которым работались, и начали учить себя. Потому что, по моему опыту, какую бы программу, как бы я ни расписывал, как я это делал раньше, с первого шага по последний шаг, все равно человек приходит, который не имеет никакого понятия о телефоне, никакого понятия о компьютере, никакого понятия о интернете, и у него все равно что-то работать не будет, и он задаст мне миллион вопросов. Пару недель назад, если я не ошибаюсь, звонила мне одна женщина, и у нее ничего не получается, она не может ничего установить. И я ей послал программу, чтобы она установила на своем телефоне, программа, которую она может вывести на компьютер, чтобы она могла показать, как я делаю презентацию со своего телефона. Я ей объяснил, как это сделать. Она это сделала. И когда она начала устанавливать это приложение, она сделала все правильно, и все у нее получилось. Вся проблема была в том, как это говорила Гуля, когда она делала это сама, не в дома, не знаю, где она делала, у нее интернета не было. И она не могла... Простая функция. Ну, это... Каждый человек должен это понимать. К чему я это говорю? Господа, учитесь, как работать с компьютером. Учитесь, как работать с интернетом, с телефоном. Этому я никого научить не могу. У меня просто времени на этого не будет. Поэтому большинство вопросов все построены на такой мелочи, которую каждый человек должен знать. Если вы первый раз получили телефон, смартфон, и вы не знаете, как он работает, это от вас зависит, как быстро вы сможете получить все эти знания. Изучайте. Пойдите в магазин, купите книжечку. Как работать с компьютером, как работать с интернетом. Это все то же самое на телефоне. И вот все эти проблемы пройдут. Следующий вопрос. Спасибо. А следующий человек,
Следующий, пожалуйста, задавайте вопрос. Да, я вас слушаю. Следующий человек. Окей, Анджей, задавайте вопрос. Да-да, я вас слушаю. Слышно? Как только произойдет листинг, я начну делать видео, и вы сможете, все получите информацию и тренировки, как это все происходит. Все эти видео я буду устанавливать в наших группах. Я не буду никому в отдельности ничего посылать. Я запишу видео, и компания будет делать видео. Я буду их переводить на русский язык и выставлять в наших группах. Поэтому каждый партнер, если у него будет вопрос, он сможет зайти в группу, посмотреть и получит полное понятие, как это делать. Значит, тут человек задает вопрос. У меня деньги на балансе бонусного кошелька. Могу их вывести? Нина, вы задали вопрос, на каком кошельке? А вы говорите про фарму, вы говорите про телефон. Я не знаю, о каком кошельке говорите в данном случае. Единственное, что я могу вам сказать, все начнете выводить после листинга. Телефон отключала и чистила, и старая давно удалена. Все равно на iPhone не могу загрузить. Значит, что-то вы делаете неправильно, потому что, как я уже говорил, я сам лично установил приложение на iPhone своей супруги, и все работает отлично. Может быть, у вас на самом деле мало места, может быть, вам нужно что-то удалить с вашего телефона. Или продолжайте пользоваться, может быть, какой-то глюк. Рано или поздно вы все сможете установить. Гуля, вы это серьезно? Вы думаете, что люди настолько тупые, что не видят, когда у них нет интернета? Вы знаете, Светлана, да, Гуля, это серьезно, и да, я это серьезно. У меня было таких очень много случаев, очень много людей, которые не имеют совершенно понятия и никогда раньше не работали с интернетом. Поэтому да, такое происходит. Это не имеет значит, что это было обращение именно к вам. Но это, к сожалению, это стопроцентная правда. Окей, господа, следующий, кто хочет задать вопрос? Гуля, давай говори. Да, спасибо, Гуля. Это, кстати, классное сообщение. Я все время хотел сказать и все время забываю. Господа, проверяйте часы на телефоне. Это мелкая мелочь. Но если у вас на телефоне неправильное время, то ни черта не будет работать. Поэтому обязательно обращайте на свой телефон, чтобы на телефоне было правильное время. А Залина, если у вас еще есть вопрос, то, пожалуйста, задавайте. Господа, если больше вопросов не будет, тогда я буду на этом заканчивать. Еще раз я скажу, что все свои новости и тренировки я всегда выставляю в нашей группе и на Телеграме, и на Facebook, поэтому обязательно смотрите, слушайте внимательно. Если надо, слушайте много раз. Я, кстати, сам слушаю, иногда повторяю, даже слушаю сам свои тренировки, потому что мы, люди, забывают вещи. Это нормально. Как говорится по-английски, life gets on the way. Я не могу точно это перевести на русский, но это значит, что наша ежедневная жизнь, иногда мы просто забываем, и это нормально. Вот человек пишет, возможно, надо ставить VPN на телефон, и тогда все становится на ваш телефон.
Тоже можно такое сделать. Это в зависимости, на каком, в каком регионе вы живете. Но вы всегда можете установить VPN на свой телефон. Это бесплатно, и это VPN вам поменяет IP-адрес. То есть вы можете находиться в России, показывает, что вы находите. Вы можете выбирать любую страну, как будто вы находитесь в Америке, или в Китае, или в Англии. Не имеет значения. Поэтому это тоже может помочь вам зарегистрироваться быстрее. Но в результате, господа, все эти проблемы пройдут. Должно с день на день произойти обновление и на Google Play, и на iPhone, и на iPlay. Должно произойти обновление, и все сразу улучшится. Может быть, не 100%, но многие глюки пропадут. Поэтому, господа, очень важно следить за этим, продолжать пробовать, и все начнет работать отлично. И если даже вы начнете приглашать людей в бизнес, не бойтесь этого делать. Просто нужно предупреждать, что да, есть еще глюки, и у вас есть выбор. Можете ждать, пока все будет убрано, а можете подписываться прямо сейчас. Просто если вы будете ждать, когда все будет запущено, вы начнете кусать свои локти. Почему? Потому что многие люди, которые вы начнете обращаться, они вам скажут, что они уже подписались. Даже у меня есть лично люди, несколько человек, которых я знаю лично, и когда я к ним обратился, они мне сказали, что они подписались. Я спрашиваю, под кого подписались? Они даже понятия не знают, под кого. Они просто подписались на интернете, увидели информацию и подписались. Они мне говорят, Майкл, ты можешь перевести меня под себя? Нет, этого делать никто не может. Вы можете продолжаться. Я им сказал, я им скинул свои группы, что вы можете прийти в мою группу и получать информацию, поищать мои тренировки, но ваш спонсор тот, под кем вы подписались. Поэтому, чтобы не происходило это под вами, начните подписывать сейчас. И, господа, еще месяц, еще два, еще три, я не знаю, сколько произойдет, но когда начнется бум, а он произойдет очень скоро, поверьте моим словам, будут люди, которые вы знаете, они вам скажут, что они уже подписались под другого человека. И вы будете мне писать и просить перевести их. Никто это сделать не будет. Потому что это сетевой бизнес. Здесь переводить людей нельзя. К сожалению, вы правы, что большинство людей не понимает, как это важно слушать тренировки. Потому что, господа, деньги в тренировках. Все, большое вам спасибо. Я постараюсь все это выставить в нашей группе на Телеграме. И если кто-то из вас или из вашей группы не сумел по какой-то причине прийти послушать тренировку, пожалуйста, передавайте им эту информацию. Так что, господа, большое спасибо.